До начала заседания руководители министерств и ведомств подписали соглашение с фондом «Чувашия». Соглашение предполагает взаимодействие федеральных и региональных органов власти в борьбе с курением. Этот проект планируется к реализации в 2014 году. Президент фонда «Чувашия» Михаил Федотов считает, что курение должно быть запрещено везде. Конечно, мы сильны, когда объединяемся в один кулак и будем начинать действовать вместе. И в этом плане мы хотели бы предусмотреть межрегиональное взаимодействие по созданию механизма внедрения от федерального закона 15 субъектов Приволжского федерального округа. Чем меньше трудоспособного населения будет участвовать в этой пагубной привычке, тем больше, я уверен, будет производительность труда у нас в экономике Чувашской Республики. А пропаганда здорового образа жизни тоже является приоритетным направлением деятельности. Но консолидированные действия всех структур власти, федеральных органов власти, государственных властей, государственных властей Чувашской Республики и общественных объединений, это, конечно, позволит еще более слаженно проводить работу против табака. И конечный результат, я думаю, будет улучшение здоровья населения Чувашской Республики.